Меня зовут Расетрова Лада, я учусь на первом курсе филологического факультета. Я решила поучаствовать в конкурсе, потому что меня выбрала моя любимая группа, а когда за тебя одновременно голосуют 30 девушек, причем красивых девушек, то невозможно отказаться. Я недавно прочитала книгу Марка Леви «Похититель теней». Вот, на данный момент она, наверное, моя самая любимая. О любви к родителям, о любви между мужчиной и женщиной. Это были очень сильные эмоции. Так, я давно так не переживала за героев. Я мечтаю о том, чтобы мои родители мной гордились. Никогда не останавливаться на достигнутом. А всем зрителям я хотела бы пожелать, чтобы им понравился этот видеоролик. И, конечно же, любви.